Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. У нашій студії сьогодні, як завжди, лікарі нашої області, ми затрагуємо медичну тему. І сьогодні тема, як завжди, хвилююча. Це дійсно хвилює багатьох мешканців нашої області, тому залишайтеся біля екранів. Нашими почесними гостями сьогодні є обласний позаштатний мамолог Запохляк Василь Іванович та заступник головного лікаря Миколаївського обласного онкодиспансеру Журинський Валерій Володимирович. Доброго дня вам. Доброго дня. На минулому тижні ми зустрічалися з вашими колегами і також підіймали цю тему, говорили на цю тему. Це тема онкології. І сьогодні продовжуємо, тому що 4 лютого Всесвітній день боротьби з онкологією, але у вас боротьба з онкологією повсякденна. І саме сьогодні, наскільки мені відомо, у всіх закладах відбуваються якісь заходи. Можна з цього почнемо? Ну, я два слова скажу по цьому поводу. Онкологічна заболіваємость в стране, в мире, в Європі растет постоянно, то есть количество людей, которые заболевают на это тяжелое заболевание, увеличивается. Сегодня в мире насчитывается 17 миллионов человек, у которых уже подтверждено и выявлено онкологическое заболевание. Из них более миллиона у нас в Украине и более 34 тысяч в Николаевской области. Учитывая такое количество больных людей, таким тяжелым недугом, как онкологические заболевания, Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит несколько мероприятий, направленных в первую очередь на повышение санитарной культуры и онконасторожности как населения, так и медицинских работников. Первым таким мероприятием проводится Всесвітній день боротьби з раком 4 лютого. 15 лютого проводится Всесвітній день боротьби з раком у дітей. В апрелі місяці проводиться Всесвітній день боротьби з меланомою, і в жовтні місяці проводиться Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Когда проводятся такие мероприятия, каждый год в онкодиспансере и во всех других лечебных учреждениях области у нас проводится День открытых дверей. Учитывая, что 4 число, которое официально этот день должен проводиться, это суббота, то есть нерабочий день. Такое, мы проводим такое мероприятие «День открытых дверей» 6 числа. В этот день и в облонкодиспансере, и во всех других лечебных учреждениях и города, и области бесплатно проводятся все диагностические обследования. Людей мы принимаем не только по направлениям, как должно быть ежедневно, то есть врач должен первичного звена или семейный врач осмотреть такого пациента, если есть подозрение, отправить к хирургу или к гинекологу, они осматривают, действительно подтверждается, что может быть это предопухолевое или опухолевое заболевание, и только после этого направляется в онкодиспансер. Сегодня, в эти дни, мы принимаем всех людей без всех направлений. Целью является раннее выявление онкозаболеваний и предопухолевых заболеваний, которые могут в перспективе озлокочиститься. И если мы выявим какое-то количество людей вовремя оздоровим, эти люди будут жить долго, сколько, в общем-то, Бог дал, сколько судьба. А скажите, пожалуйста, взагалі Миколаївщина якось відрізняється ситуація Миколаївщини від інших областей? Николаевская область относится к числу областей, у которых уровень заболеваемости очень высокий. К таким областям относится весь южный регион. Это и Херсонская область, и Одесская область, Запорожская область. Причина – Крым. Причина, почему здесь уровень заболеваемости выше, чем средний по Украине. Это не столько связано с экологией. Это связано с тем, что мы находимся в южных регионах, где очень большая инсоляция или ультрафиолетовое облучение открытых частей кожных покровов. У нас уровень заболеваемости кожи, который находится у нас, кстати, в структуре вообще на первом месте, у нас на 8-10% выше, чем средний по стране. То есть проблема борьбы с онкологическими заболеваниями для наших областей южных, в том числе Николаевской, еще более актуальна, чем в среднем по Украине. А ви можете якось передбачити, скільки людей за сьогодні прийдуть на огляди або по досвіду з іншими днями такими відкритих дверей? Чи дійсно вони ефектні?
проведения этих заходов? По опыту предыдущих лет мы не можем сказать, что прям в разы больше придет людей. Но не потому, что таких людей нет, а по той причине, что чисто физически в течение рабочего дня мы можем принять определенное количество людей. В среднем у нас в день проходят в такие будние рабочие дни проходят 350-380 человек. В такие дни у нас проходит до 500, иногда даже больше человек. То есть где-то рост 20-30% будет больше сегодня людей, которых, в первую очередь, за счет тех, которых нет направлений. Потому что тех, которых уже было подозрение, они планово приходят. Но придет, конечно, значительно больше людей. Вот. Естественно, эти люди получат все необходимое для того, чтобы или подтвердить, или снять это тяжелое заболевание. Це дійсно, я хотіла сказати, захід, який полегшує спосіб прийти людині тій, яка не має направлення. Тому що коли людина навіть і має бажання так, обстежитись, дійсно знати, які в неї там проблеми, чи немає проблем, треба йти спочатку до сімейного лікаря, там ви стоїте в черзі, взяти направлення, потім направитись до вас. А тут ви полегшуєте цей шлях, скорочуєте саме для того, щоб ті люди, яких зупиняє саме сам процес цей довгий, вони скоріше потрапили. Це дійсно так. Я думаю, що об этом на примірі рака молочної желези більше розкажет, звісно, Василий Іванович. Но для чого ми це ще проводимо? В тому числі не тільки це, ми ще виїжджаємо, обласні спеціалісти виїжджаємо в райони по заявкам врачей, і там це все проводимо. Діло в тому, що у нас уровень діагностики в онкодиспансері все-таки значительно вище, ніж в інших лечебних учреждениях. Это и аппаратура лучше, и квалификация врачей выше, и, естественно, что очень важно, это опыт, практический опыт. Знаете, когда три столяра, и все делают все виды мебели, а один четвертый делает только одни табуретки. Вот если мне придется заказать табуретку, я пойду к этому человеку. Так делается везде в мире. То есть они делают узкую специализацию, чтобы человек не отвлекался на все. Везде все знает, но везде по чуть-чуть. Онкологи, которые работают у нас, они специалисты очень высокого класса. И, естественно, всем рекомендую, если есть какие-то сомнения в плане вашего здоровья, в плане того, онкологическое это или предопухолевое заболевание, вам следует все-таки прийти к своему семейному врачу, взять у него направление и прийти к нам в онкодиспансер. Лучше вы придете вовремя, и мы снимем этот тяжелый диагноз, чем у вас дамоклов меч будет висеть над вашей головой. И часто этот дамоклов меч, образно, конечно говоря, он опускается, когда уже приходят к нам запущенные люди, и бывает настолько запущено, что являются вообще неоперабельными. То есть практически мы поддерживаем их здоровье сколько сможем, потому что вылечить такого человека нельзя. Вот Василий Иванович, я думаю, что расскажет, особенно по молочной железе, потому что рак молочной железы, который, я уже сказал, Всемирный день отмечается в октябре месяце, для нашей области очень актуальная тема, очень высокий уровень заболеваемости. В структуре женской заболеваемости рак молочной железы находится на первом месте и стабильно с огромным отрывом и уже многие годы. И большой тенденции к снижению количества этих заболеваний рака молочной железы у нас в последние годы не наблюдается. Думаю, що Василь Іванович подробніше. Я перепрошую, Василь Іванович, за хвилинку ви нам розпочнете розповідати і відповідати на наші питання. Я хочу нагадати глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви хочете задати питання нашим гостям з приводу того, про що ми говоримо, на тему, з якою ми спілкуємося, то звертайтеся за номерами телефонів 76-92-42. Ми обов'язково відповімо. Чекаємо на ваші дзвіночки. Василь Іванович, ви вже не вперше в нашій студії, і думаю, не в останнє, і багато разів вже говорили про те, про що сьогодні говоримо. Скажіть, чи має ефект взагалі інформація, яку ми надаємо, і ту роботу, яку ви проводите особисто? Дякую за вопрос. Я продовжую, хочу відповісти на предыдущий вопрос в отношении нашего собрания, в отношении выделенных этих дней борьбы за раком. Цели, какие, что основные цели, это осведомленность населения. Вот самое, что должно быть эффективно в нашей борьбе, это осведомленность населения. Потому что
население, которое будет знать о патологии, это грозная патология, которая вызывает одна из основных причин смертности на Земле. Значит, люди будут вести себя в плане ранней диагностики, в плане обращаемости намного лучше, и эффективность этой борьбы будет намного лучше. Я имею отношение к локализации молочной железы, Валерий Владимирович уже начал говорить на эту тему. Рак молочной железы, который является одной из ведущих раковых заболеваний женской популяции, и действительно он не только в Николаевской области, на Украине, он во всем мире заболеваемость, к сожалению, растет. Вот, и если взять статистику, вот европейские страны, Северная Америка, там в Европе 180 тысяч, в Америке 130 тысяч, по Украине 17 тысяч ежегодно регистрируется заболеваемость раком молочной железы. Каждый день регистрируется 50 случаев рака молочной железы по Украине. Каждый день умирает 25 женщин от рака молочной железы. Вот такая, к сожалению, статистика. Но что можно... я хочу... Я перепрошу, чи можна якось вікові рамки визначити? Да, дело в том, что возраст – это фактор, один из таких факторов, который является основным возникновением патологии. И если взять возрастные категории до 30 лет, намного меньше болеет. После 40 это идет рост заболеваемости. И вот 40-60 лет – это пик заболеваемости рака молочной железы. Но ученые объясняют, почему это так получается. Потому что гормональный дисбаланс такой вызывает в организме женщины в этом возрастной категории, которая снижает реактивность организма, понижает защитные силы. И идет развитие пролиферативных процессов в протоках, дольках рак, молочной железы, что вызывает рак молочной железы. Я хочу, ну, если уже коснулись возраста, значит, надо сказать о других факторах риска, потому что мы не знаем многих онкопатологий пускового механизма, мы знаем развитие и механизм развития. А вот вся беда в том, что не знает пусковой механизм до настоящего времени. Да. Вот. Поэтому, если говорить о... Конечно, причина – это нарушение гормонального дисбаланса в организме женщины, которым приводят многие факторы. Факторы, которые называют факторы риска. Вот. Вот один из факторов мы назвали возраст. Следующая большая группа – это гормональные факторы. Гормональные факторы – это и эндокринные органы, это и гормоны, которые поступают извне. Сюда относятся детородная, половая жизнь, лактационная функция женщины. Нарушение этих функций приводит к нарушению гормонального баланса и развитию рака молочной железы. Большое значение имеет наследственность. Наследственность, генетическая предрасположенность, вот, и она реализуется где-то в 7% случаев, считается. Но наследственность – это не значит, что это унаследуется болезнь. Это унаследуется предрасположенность к этой болезни. И при тех факторах, о которых мы говорим, происходит развитие онкопатологии молочной железы. Ну, це і не має заспокоювати тих, в кого нема спадковості, тому що більшість жінок так і думають. В моєму роді не було таких хвороб, значить, в мене не буде. І їх це заспокоює, вони взагалі не звертають на це. Совершенно правильно. Дело в том, что сейчас есть возможность лабораторно диагностировать наследственный ген BRCA1, BRCA2, который унаследован. Мутация этого гена, она часто приводит к развитию рака молочной железы, если это диагностировано. И мы знаем всемирный такой пример Анджелина Джоли, которая унаследовала и в диагностике прозвучало выявлен этот ген, она провела профилактические операции. Да, об этом весь мир знает, и успешно она этим действительно показала, что бороться можно и надо бороться с этой грозной патологией. Вот. Конечно, еще много факторов риска – это фоновые заболевания в организме женщины. Фоновые заболевания – это заболевания всех эндокринных органов, это заболевания щитовидной железы, это заболевания гинекологические заболевания, печени заболевания, поджелудочной железы.
То есть те, которые вызывают нарушение выработки эндокринных органов и приводят к дисбалансу гормонального организма женщины. Имеет значение травмы молочной железы. Травмы, вот мы часто случаев встречаем, действительно травма провоцирует и оставляется уплотнение молочной железы, которое перерождается в опухолевые процессы молочной железы. Поэтому об этом женщина должна знать и своевременно обращаться. Скажите, пожалуйста, а на какие стадии частіше звертаются? До вас, як до вже фахівця з узкою спеціальністю. К сожалению, вот эта проблема, вся проблема в том, что обращается около 30% в запущенных стадиях. Несмотря на то, что это визуальная форма, казалось бы, она легко должна диагностироваться, наружная локализация молочной железы, но обращается очень в далеко зашедших стадиях. И в этом вся беда, и прогноз этого болезни, и снижается эффективность лечения. Какие основные причины? Почему люди не обращаются? Не обращаются, мы вот анализируем эти случаи, и со страхом много не обращаются. Вот они идут по меньшему сопротивлению. Вот они находятся нетрадиционные какие-то специалистов, фитотерапевтов, находятся знахари каких-то в кавычках, которые, они у них долго лечатся, а потом упускается самое драгоценное это время. Время опускается, приходит потом в запущенных уже формах и говорит, робіть, что хочешь, потому что уже так. А сколько часу, от, наприклад, якщо одразу на початковій стадії звертається людина, звісно, що залежить від імунітету людини і все інше, але приблизно скільки часу займає лікування і наскільки ефект вилікуваності? Так, у нас, я должен сказать, что много, к счастью, много есть в начальных стадиях, первых, вторых стадиях, около 70%, даже больше, значит, которые действительно, в которых проводится лечение. Сколько времени на лечение? На лечение это очень индивидуально все. Основное, надо тогда о методах лечения говорить. Основное лечение это хирургический метод. Хирургический метод, если это ранние стадии, он может один применяться. Операцию провели, даже консервативную операцию, то есть органосохраняющую операцию, и женщина сохраняется и грудь, и проводится радикальное лечение. Чем дальше стадия, тем больше методов лечения применяется. Применяется химиотерапевтическое лечение и радиологическое лечение. То есть идет комплексное лечение такое уже. И оно занимает, до полугода может занимать с учетом вот этих методов лечения. Но лечение, чем раньше стадия, тем эффективнее, и отдаленные результаты, и начальные стадии, они пятилетние выживаемость 90-95%. Дякую вам, да. У нас звоночек, давайте послушаем. Доброго дня, мы слушаем вас. Адрес этого кабинета, этого гинекологический диспансер, где принимают людей, сейчас передают по телевизору. Угу. Я так зрозуміла, ви питаєте адресу, де можна, да, до якої години попасть, сьогодні, да, звернутися? Как? До 15 часов. Находится улица Николаевская, 18. Но если кто-то знает, называют на Васляева, потому что с Васляева центральный вход идет. Она напротив больницы офтальмологической. Улица Васляева, остановка Васляева. 15, да? Угу. До 15. До 15, да. Дякуємо вам за дзвінок, а ми продовжуємо. Ви щось хотіли ще додати? Я хотів додати немножко ще в цій зв'язі, що дуже велика група у нас патології стоїть на диспансерному чуті з так називаємими предопухолевими заболіваннями. Но сегодня я еще не говорил, у нас на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями в области находится 34 600 человек. Это каждый 34-й житель Николаевской области. При этом по Украине только каждый 42-й. То есть у нас больше этих людей, которые заболевают на онкологическом. Причину я сказал, одна из причин главных – это все-таки то, что мы на юге находимся. Потому что по другой патологии, кроме кожи, мы у нас даже ниже многое, чем средний по Украине. Вот. И у нас на учете находится 110 тысяч. Каждый восьмой житель находится с заболеванием предопухолевыми. То есть это те заболевания, которые еще не являются раком. Но значительное количество из этих заболеваний, если они своевременно не выявлены, особенно если выявлены, не пролечены, они могут озлокочиститься. И особенно вот Василий Иванович по патологии молочной железы, таких заболеваний очень большое количество, когда есть такие формы, например, мастопатии, узловые, фиброзно-кистозные мастопатии, которые практически
практически, кроме хирургического лечения, другим видам лечения практически не поддаются. Это очень значительное количество женщин и вообще с другими заболеваниями мужчин, которые должны просто взять себя в руки, найти у себя силу воли, прийти к нам, обследоваться дополнительно все, что нам необходимо, чтобы мы точно знали, что это и как, и убрали эту опухоль. Убрали эту опухоль, человек забывает о том, что у него было это заболевание. Если не лечить такие заболевания, они потом у нас появляются спустя год, два, три, у всех по-разному. Часто привожу пример по онкогинекологии. У нас лежала женщина в 2013 году, которая пришла к нам с жалобами, что вот болит внизу живота, кровотечение гинекологическое, все. А до этого она обращалась многократно к различным специалистам. Ей поставили диагноз фибромиома. Она вырастила 20, почти 4 килограмма фибромиому. И все время жаловалась на то, что она набрала много веса. Она набрала много веса из-за того, что такую огромную фибромиому вырастила. Я перепрошую, у нас дзвіночок. Давайте вислухаємо глядачів, а потім ще повернемося до нашої теми. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Я от зараз дивлюся передачу, я сама з Ніколаєва. Ну, з Ніколаєва. І... За мастопатию хотела спросить. Вот несколько лет подряд мастопатию, пойду до врача, они меня обследуют, сделают УЗИ, все. Я попью лекарство, все наче нормально. Потом проходит какой-то год-два, и опять начинается мастопатия. Я опять пью лекарство. Скажите, пожалуйста, это его постоянно пить или не надо? Я отвечу на вопрос. Угу. Спасибо за вопрос. Вы правильно задаете вопрос. И действительно, мастопатия – это не болезнь отдельная и отдельного органа, это болезнь. Молочная железа как барометр реагирует на все, на все эндокринные органы, все состояние организма человека. Вот, внешнюю среду, пусковой механизм – это стрессы, идет нейроэндокринная регуляция, поэтому женщину изолировать от среды и вот этих всех явлений невозможно. Поэтому эти причины, они остаются, они доминируют. Поэтому мастопатия, что такое мастопатия? Это собирательное понятие мастопатии. Мастопатия – это уплотненные участки ткани молочной железы, которые могут быть в виде узловых мастопатий, может, диффузных мастопатиящих. Это диффузная мастопатия, то, что вы задаете вопрос, это диффузная мастопатия, которая периодически может повторяться. Действительно, это так, и это, можно сказать, как бы и нормально, потому что мастопатия, она может быть всю жизнь, микрокисты могут быть всю жизнь, ничего страшного в этом нет. Страшно в том, чтобы не пропустить опухолевого процесса, не дать прогрессирование мастопатии, не дать перерождение мастопатии. Вот. Поэтому должны правильно это все понимать, развитие и течение этой болезни. Да, чем раньше лечится мастопатия, тем она эффективна. Если только в начале женщина обращается, особенно в молодом возрасте, ее купируют лечением, и она, в принципе, длительное время или не обращается, или, в всяком случае, длительное время она не проявляется. Поэтому время имеет значение. Если она в таких стадиях, как вы говорите, тоже ничего в этом беды больше нет. Но ее надо контролировать. Мастопатии бывают очень разные. Мастопатии, так называемые, с пролиферациями, они могут перерождаться в опухоли процесс. Вот. Но это не значит, что мастопатия это является обязательным, обязательно она переходит в опухоль. Нет. Чаще всего она не переходит в опухоль, но это должен специалист смотреть и действительно дифференцированно относиться и назначать конкретное лечение. Я перепрошую, я хочу, чтобы мы встигли еще ответить на один звонок. Доброго дня, мы вас слушаем. Доброго дня. Я хотела задать вам вопрос по существу. Почему у нас в городе областной центр, в котором живут очень большое и огромное количество женщин, нуждаются в обследовании, а в городе все есть мужчины, обеспеченные очень, и не могут приобрести аппарат-маммограф, который единственный работает на Маломорской, и туда, чтобы попасть женщине, надо выдержать очередь. А вы говорите, терминовое обстеживание надо. Где же нам обстеживаться тем женщинам с этой проблемой? Всемирный есть день рака, а никто об этом не подумает, чтобы у нас была аппаратура в городе. Дякую за питання. Я смогу ответить. Ну, это большая проблема. Количество маммографов влияет на количество раннего выявления рака в том числе. И мы этот вопрос ставим уже последние 7 лет. Ежегодно ставим перед
властимущими, в том числе и в нашей области. Вот, и финансирование может обеспечить только два источника. Больница сама этого не может сделать, потому что мы сами бюджетники, то есть то, что нам дадут, то мы приобретаем. То, что мы бьем в колокола, мы постоянно, ежегодно и сейчас буквально тоже бьем в колокола по поводу того, что нужно решать вопрос по поводу маммографов. Маммографов не скрининговых, то есть такие цифровые маммографы, которые могут заподозрить что-то, но не более того, а маммографов экспертного класса, которые нам необходимы. Вы не совсем правильно сказали, что у нас один маммограф на Маломорской, у нас в онкодиспансере имеется маммограф. Он высокого класса, но просто физически несколько устарел. И в прошлом году он у нас в течение почти 8 месяцев не работал, потому что это фирма Siemens, и только диагностика стоила сотни тысяч, а потом ремонт его не всего, а только той запчасти, которую поменяли, 640 или 650 тысяч. То есть нам обошлось 800 тысяч только чуть-чуть подремонтировать. Он работает уже. Угу. Он уже работает месяц и сегодня в том числе. Он работает. Почему я сказал, что сегодня все исследования будут проводиться бесплатно, потому что в день открытия всегда мы этого навсегда сделать не сможем, потому что, еще раз говорю, это зависит от финансирования. Чтобы если нас будет финансировать достаточно, чтобы мы могли покупать пленки, реактивы и все остальное, ну, естественно, было бы бесплатно. То есть, эта проблема стоит. Мы сейчас попросили областной совет, что при подготовке нового плана программы онкологии на 2017 год, чтобы они все-таки включили этот пункт по приобретении маммографа. Так как мы это все выносим на обсуждение облгосадминистрации, облздрава, областного совета, последние 7 лет. Это стоит десятки миллионов, будем честно говорить. Это может решить только уровень на уровне решения сессии областного совета. Дякую вам, я сподіваюся. Еще, можно? Да. 2 секунди, в нас вже закінчується ефір. Але я думаю, що ми з вами ще зустрінемося обов'язково. І я хочу, щоб от те, що сьогодні побажала жінка, яка останнє телефонувала, і те, за що у вас вболіває душа, за обладнання, за допомогою якого ви зможете допомогти більшій кількості жінок і взагалі онкозахворюваних, щоб все ж таки воно в нас було. Дякую вам, що сьогодні до нас прийшли. З нами були обласний позаштатний мамолог Запухляк Василь Іванович та Джуринський Валерій Володимирович, заступник головного лікаря Миколаївського обласного диспансеру. Ще раз вам дякую. Дякую. Вам бажаю наших глядачів міцного здоров'я, не хворіти і вчасно звертайтеся до лікарів. До побачення, до нових зустрічей.